День энергетика отметили в Приморье. Почетные грамоты и благодарности губернатора вручили лучшим специалистам отрасли региона. От имени главы Приморья специалистов поздравила заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко. Она подчеркнула, что энергетика региона не стоит на месте, а динамично развивается, строятся новые объекты и модернизируются существующие. Благодаря совместной работе удалось решить многие вопросы, повысив качество и надежность энергоснабжения сел и городов региона, тем самым улучшив быт приморцев. Ну и, конечно же, хочется пожелать простых человеческих радостей, тепла в ваши дома, в ваши сердца, энергии в вас, энергии вокруг, пусть она будет обязательно положительная. И искренне хочется, чтобы желания сбывались, и в лучшем было только лучшее, и в будущем было только лучшее. И поэтому вот для вас, для каждого, ваши дома, вот тот свет, это тепло, которое мы ждем, и которое мы отчаиваем, и которое обязательно должно случиться, с днем энергетика, с профессиональным праздником, с хорошим завершением года и с новогодними чудесами, которые обязательно наступят.